Давай просыпайся. Пойдем мы с тобой на парад. Сегодня же у нас 1 мая. Сегодня парад чего-то там. Так мы не работаем. А? Мы не работаем, трудно. Почему? Мы пойдем представлять YouTube. Возьмем YouTube, subscribe, мазафака. И будем с ней ходить, да? Все, ребят, давайте. Мы просыпаемся, Настя просыпается, сейчас мы завтракаем. И начинаем наш новый день. Так, прошло уже 1.5 часа. Какой? Врёшь ты всё? Паша, я тебя уже 1.5 часа жду. Сколько можно какать? Не выпендривайся. А вот знаете что? Нас, когда люди ждут, он всегда на меня сваливает, что мы опаздываем, Настя долго одевается. Я так-то уже одета. А вот он все еще там какает. Угу. Как хатика стою, жду, пока выветрится Пашины какашки из туалета. Я вообще-то писать хочу. Меня не пускает туда. Ты подуй так. Ну выдувай, выдувай. Так быстрее будет. Знаешь, что надо делать? Я тебе сейчас покажу. Задержи дыхание. Да. Нормально. О, боже мой. Это ты всегда так делаешь, Настя? Да. Чтоб ты ничего не чувствовал, как будто бы цветочки пахнут. А ты после себя, что ли, сейчас говоришь, так делаешь? Ё-моё. Настя, кстати, все равно воняет. Не помогает. Ладно, все, давайте уже пора выходить на улицу. Что-то мы задержались тут дома уже. Нас с тобой просто улицу перекрыли. Для нас с Наськой улицу перекрыли. Да, мы вот идем гуляем. Да, мы, короче, позвонили, там набрали, там надо перекрыть. Настя сказала. Ну, да? Ребята стоят там. Все, ну мы им сказали, типа, все там будет, что надо. А вот эти почему на наши улицы ходят тут? Вы кто ну-ка, такие? Ну-ка, давай, я сейчас им скажу. Короче, друзья, почему я сказал, что начало новой эпохи? Потому что начинается что-то новенькое. В общем, у нас был выбор. Вообще, что дальше делать? Продолжать пытаться сниматься челленджи сквозь силу, так сказать, некоторые. Потому что, ну, не каждый челлендж интересный, это можно признать честно. Вот, а снимать их постоянно, ну, это как бы зашкварненько бывает иногда. Ну, вот, да, поэтому мы выбрали другой путь. Мы сейчас будем снимать everyday vlog. И каждый божий день с утра будет выходить видосик, да? Вы уже будете просыпаться, он уже с утра будет. Но не надо так делать. Будет уже у вас. Да, у вас в лентах. Да, на лайв-канале, на вот этом, на нашем. Так что, не знаю, понравится вам это или нет, но нам это нравится. Да, у нас небольшие перемены случились. Но они в плане покупок в основном. В основном вы все скоро увидите. Так что... В общем, мы к этому готовились, да. И чем вообще интересен нам Everyday Vlog? Сейчас я вам объясню. А интересен он тем, что в everyday влоге ты заставляешься каждый день совершенствоваться, каждый день куда-то идти, что-то делать, что-то создавать. У тебя нету проходных дней, так сказать, когда ты там можешь просто лежать и поднять камеру. Привет! Ну ладно, я спать. Сегодня мы спеем. Да. В общем, такого не получится. Но все равно на основном канале продолжатся челленджи, те, которые нам чисто нравятся, то есть самые-самые интересные, продолжатся. Пранки, если у кого-то что-то из нас получится, мы все равно будем выкладывать. Но пранки также будут здесь постоянно, потому что мы каждый день друг друга подъебываем. В смысле, подкалываем. Вот. Да, Настюх? Да. Сейчас поэтому сейчас ожидайте сейчас здесь сейчас кучу сейчас маленьких пранков. Ой, блин, у нас сейчас там будут это. Нельзя? Нельзя. Нельзя? Да. Все. Школьники. Российское движение школьников. Ждала тебя, так ждала. В общем, вот такая вот она СССРовская обстановка, да? Да-да. Я не знаю, как в других странах, городах, но у нас это выглядит просто СССР. Я ждала. Опять наша улица. Что для нас? У нас свой диджей это. Да. Вот такая вот. В общем, парад как парад, я не знаю.
СССР как СССР, да? Да. Ну, кстати... Там вот они идут куда-то. Помнишь, мы в том году тоже здесь шли, и тоже это была наша улица, мы ее все взяли. Да, друзья, кто все помнит, мы еще в прошлом году, вот ровно год назад, здесь же у нас влог, где Первый Настя лайдер. Отвечала на вопросы. Помнишь, Настя? Да, я даже помню, что я была в черном платье. Да, я даже помню, только сейчас уже не так жарко, чтобы ходить в черном платье, но тем не менее, погода у нас наконец-то становится теплее, да? Да, сегодня хорошо, мне уже даже в спину припекает. Да, я тоже думаю, даже уже кофту потихоньку одевать. В общем, тепло, хорошо, и значит то, что... Блин, короче, все хорошо. Все хорошо, мы сейчас пойдем гуляем. Все должно быть хорошо. Кто помнит это место? Я. Самые лютые только помню, да? Тут тоже травка. Это место, где у Насти жук ползал. Ты убери! Эй, ты что в меня-то бросаешь? Тихо, подожди. Подожди, где? Подожди, дай. Нет, у тебя там все... Убери, пожалуйста! Не вижу, подожди. Бля, он вот тут у тебя прямо. Что ты гонишь? Ну так убери! Да все, ты его скинул уже на меня, блин. Взяла волосиней своей, в меня такая... Он сейчас где-то на мне, наверное. Я его чувствую. Вот он. Вот он. Такая дыра. Вообще, в это место, где мы... Где я сделал предложение Анастасийске. Да, ничего пока не случилось. Ничего пока не случилось, да, поворчи. Чужок, что ли, опять? Нет, да тебя там... Да я постоянно мне свои грязные руками. Мандавошки у тебя там грязные. Всякие торчат. А вот эту футболку я сама сделала. Да. Ну не сшила, правда. Давай, сама. Рекламируй канал. Рекламируй свой канал. Вот Анастасия Бурда, там, смотрите, наловите скоро. Да, там она сделала несколько футболочек, вот таких вот со всякими кокосюльками там. Он на нее там. А Ванна, это кто у нас? Как его зовут? Фламинго. А я думаю, это большая тетя. Так. Вот мы сейчас, по сути, прошли всю Пермь. То есть мы были в центре около ЦУМа. Мы пришли сюда, в место, где я свадьбу предложил женщине своей. Ну, руку предложил, свадьбу я еще не предложил. Свадьбу вот именно еще ничего не предложил. Да. Зато мы машину купили, да, кто знает. Низкопопка. Ну, блин! Ты такая же, как Приора, черная, заниженная, вообще по кайфу, знаешь. Вы знаешь, если ее сравнивать как-то не очень. Нормально. Кто-то любит заниженные Приоры. На дисках. На дисках приорка. Настя нашла спортивный зал, дорогие друзья. Сейчас она будет делать присед. Это реально присед ведь? Ну, это... Что, тяжело? Я даже не подниму никогда в жизни. В смысле? Вообще не подниму. Почему? Ну-ка, давай это еще. Жестко. Давай, Настюха. Ты чего, ты знаешь? Миллион килограмм. Какие миллион? Поправь чуть-чуть вправо, и она туда пойдет. Я поправить-то не могу. Вот ты сам давай, попробуй. Давай. Давай. Так. Сейчас главное не это. Ну ты уже взял, это уже, знаешь, поправил. Ты уже, значит, ты Геракл. Все, я Геракл. Что делать надо? Давай поднимай. Куда? Не знаю. Ну знаю, все, поправил, теперь ты. Ха! Теперь ты присед. Давай на плечи. А, Настюха. Оп. Оп. На присед сделай. На присед ты сможешь поднять. На какой присед? На какой присед? На обычный присед. Сюда, что ли? Там низко. Давай. Давай, Рачина. Давай, давай. Так ты сможешь, что будешь? Ты что гонишь? Она не тяжелая. Ты что гонишь? У меня спина. Так спину-то выпрями. Нет. Как? Ты такая слабачка вообще. Смотри, ну-ка, давай, ты? Ради подписчиков. А так, что ли? Если ты любишь наших подписчиков, ты должна поднять. О! А до конца? Ага. Ну, молодец. Да, ради вас, смотрите-ка, сразу же это сделала. У меня руки сейчас горят и воняют. Чем? Какашками. Видишь какашку? Не надо, ты с утра вам понюхал. Все, хватит. Сделал так. Так и
что, кадр снят. Я это все, что, держать еще тебя буду, наверное. Ты кто вообще такой? Я тебя шучу. Утомился, да? Ты что, я тут побочу, что ты снимаешь? Че, я опять спалил, что? Я даже не заметил, знаешь, что я ее спалил. Оденься, пожалуйста. Мои трусики не видно. А то, что ты жопу чесал, это все сейчас нет, все видели. Нет. Ну, потом смотрим на видео, видно это или нет. Короче, мы сейчас покушаем, отдохнем, потому что мы что-то устали гулять. И... Бардак, показывай, пожалуйста. Что не показывай? Бардак. Бардак? Да. А то, как ты попу показывал. Ты его не ставишь. Так, хрен его знает. Сейчас мы покушаем. Мы ну, взяли здесь не надо снимать. Салатики. Иди, короче, туда, отсюда. А, давай. Как вы снимать everyday влог, когда женщина чокушка? А? Чокушка. Чокушка, вот реально чокушка. Ладно, сейчас, короче, покушаем. А, кстати, хотели же показать. У нас сейчас появился MacBook. Ребята. А, не что не надо показывать? Ты что хвастаешься? Да буду писать, хвастаешься. Да не хвастаюсь я. Я наоборот, я получается вот этот комп основной, который стоит мощный и достаточно продам. Продаю, кстати, если вдруг кому интересно. Вот. И мы продаем камеру нашу первую, самую основную, самую главную, на которой мы сколотили, грубо говоря, состояние в 300, 400 там и так далее тысяч подписчиков. Мы продаем сейчас уже G7X наш, полностью коробочкой, все сохранилось от него. Очень хорошее состояние тоже, если кто-то хочет камеру для влога и для основных видео совмещать, то, в принципе, я думаю, что это... Ой, там видно было, наверное, как я жопу чешу. Ой, Настя, крепец, everyday влог мы пока не готовы. Я тоже только что спалился, как я жопу чешу. Представляешь? Есть у нас одна игра, в которую мы иногда любим сыграть. Скоро у нас, правда, компьютера не будет, и мы вообще играть не будем. Но пока мы играем, ребята, знаете, мы иногда любим зайти днем в ДБДшечку сыграть, Dead by Daylight, поубивать или побегать от маньяка, да? Да. Настюха, ты любишь, да? Сейчас покажу маленько, как Настюха будет бегать. Тихо, он тебя не видел, давай иди, он тебя не увидел. А это не ты? Все, я убегаю, я уже в воротах, я все уже выхожу. Ура, я вышла! Нифига! Макс, ты все вышел? Ну все, круто. Вот так вот Настя радуется, когда побеждает. Так. Ради этого она играет, да? Еще спустя 10 минут Настя поняла, что нужно перемещаться в горизонтальную позицию. И что-то я с ней даже согласен. Васи на кровати. Золотоискатель. Мне мама всегда в детстве говорила, золотоискатель. Золото ищешь? Ну-ка дай поищи золото. Нет! А! Вот что мне засунуло? Ха. Я... Тихо, дай золото найду. Настя, я хочу стать богатым. Настя, дай стану богатым. Настя. Паша. Как золото на вкус? Да тихо ты, Настя, как золото на вкус? Я же нормально слушаю. Я буду кусаться сильно. Тихо. Настя, давай полежим, реально. Знаешь, просто, конечно, поспим лучше. Ну давай, ложись. Ну все, ложись. Все, я сплю. Я уже глазки закрыл. Я тоже сплю. Фу, что ты мне сливать хочешь? Чтобы я золото попробовал, не? Настя, как золото на вкус, расскажешь нам? Вы, друзья, ели когда-нибудь золото? Давайте спросим у Насти. Я не ела никогда. Как не ела, только что мы покушали. Это не золото было. Золото. Я тебе отвечаю. А, ты отвечаешь? А, нет. Ясно. Нет.
Да блин! Так я, казалось, хотел хороший кадр снять, просто как я лежу на тебе, обнимаю, шать, у меня все хорошо у всех, а ты, как всегда, золото ищешь. Ну, давай спокойно. Настя голддиггер, золотоискательница. Так и есть голддиггер. Настя, у меня голддиггерша. Золотоискательница. Но правда, голддиггер, если на русский все-таки перевести, это будет не совсем золотоискательница, но золотоискательница. Дословно, голддиггер у меня, Настя. Вот, ребята, лето уже наступает, тепло. У Насти закончилась уже, можно сказать, учеба. Она сейчас просто диплом пишет. Скоро будет диплом сдавать, будем за нее вместе болеть. А я решил, что пора стартовать. И, как вы поняли, у нас начинается ежедневная съемка нашей жизни на камеру. Вместе с вами просто дарим позитив, стараемся общаться с вами, находить какие-то общие темы. Будем, не знаю, будем веселиться, будем стараться радовать вас. Вы нас, надеюсь, тоже будете радовать своими просмотрами, лайками. И все у всех будет хорошо. Да, Настя? Да, Паш. Вот. У нас большие планы на это лето. И мы решили, что мы хотим запечатлеть все, что будет происходить. Тем, кто смотрит с самого утра сейчас это видео, я вам не завидую. Ну, а тем, кому на учебу или на работу. Ой, ребята, я знаю, что такое с утра вставать рано. Как вам сейчас тоже хочется, так как я, прилечь, так приобнять подушку, или что у вас там, женщина, мужчина, подушка есть. Может, что у вас там есть. Вот это вот приобнять, так все поближе, так тепло, хорошо. Так, пока мы просыпались, я уже смонтировал видео Насти. Вместе с Настей мы только что монтировали, она ушла посуду мыть. Все, сейчас уже идет загрузка. Новое видео, точнее, уже идет рендер нового видео у Насти. И это видео будет про футболку, которую она сделала специально на лето. Так что скоро у нее на канале Мурда Анастасия. Обязательно зайдите, посмотрите. Вот, вообще она молодец, там что-то даже выкладывает, что-то снимает, да, Настя? Я молодец. Единственное, что она услышала и просто подтвердила. Сейчас купим носков, да? Носки надо, да. Да, носки. Носки понравятся. Да, вот, мне тоже нравится, как у меня носки, но я носки купила. Чисто сорвались за носками резко. На улице солнце, хорошо, светло. Приехали мы в Декатлон за носками, как и говорили. На самом деле мы хотим что-нибудь посмотреть, потому что здесь все достаточно дешево, и нам нравится этот магазин в этом плане, то, что можно что-нибудь схватить удачно. Че, Рай, носочка? Да, давай. Просто рай. На-на-на-на-на. Настюха, лови. Молодец. Сноровку не потеряла. Давай. О, нормально. Ё-моё. Нормально. Битва. Оп. Два раза, три, четыре. Все, ну-ка давай, еще раз на рекорд пойдешь. Четыре пока. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. О, все, там это на книгу рекордов Гиннесса. Зовите, быстрее, победа. Настюха, еще раз сноровку, на, проверь. Ай. Ну, конечно, ты не вниз кидаешь. Иди, ну все, иди. Тун-т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 ун. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Больно, говорю, в башке ты бьёшь. Ладно, сделаем все наравне. Держи. Паш, не надо. Держи. Ты готова? Оп. Оп. Мы что, мы не сломаем? О. Давай. Ну что боишься? Очко. Все, тихо. Все. Купи самокат.
Мне так понравилось, я пошла показывать там это еще прокачать место. Да? Да. Вот так вот ребенку показали радость, она сейчас это все. Мне в детстве не было самоката, так прикольно оказывается на него. Ой, ребенок. Вот не наигралась с детства она, понимаете? Вот родители, если вы смотрите кто-то это видео, детям дайте возможность наиграться в детстве, чтобы потом они не были вот такими, как она. Неисправимо. Так как на шашлыки мы сегодня не поехали, я решила их сделать дома. Не знаю, посмотрю вообще, что получится. Предварительно обжарила мясо. Сейчас буду его отправлять в духовку. Так. Кстати, недавно с Сером смотрели прикольное кино, называется «Собачья жизнь». Оно вообще нам очень понравилось, потому что мы и смеялись, и плакали, и потом опять смеялись, потом опять плакали. Но нам вообще очень понравилось, так что рекомендуем. Не поняла. В общем, вот так вот прошел наш день. Сейчас мы уже ляжем спать. Сейчас Паша будет влог монтировать. Да, я сейчас буду монтировать то, что мы наснимали. Это видео будет выходить по утрам. Завтра мы точно так же проведем день. Сегодня не был у нас прям какой-то насыщенный день. Мы специально ничего не придумывали, то, что мы сегодня там будем чего-то делать. Угу. Просто... Самый обычный день. Просто обычный день, и мы вместе с вами его провели. Напишите обязательно в комментариях, что вы об этом думаете. А вот наши идеи, просто мы думаем сейчас идти дальше, развиваться и придумывать какие-то цели, которые мы будем реализовывать. И учитывая, что мы это все выкладываем, и то есть обещаем в первую очередь вам и самим себе, мы будем это делать и делать с каждым разом все лучше и лучше. В общем, вот. Все. Тяжелая мысль. Как и фильм тяжелый. Давайте, всем вам счастья, добра и до скорой встречи, до завтра. Будем на позитиве продолжать. Спокойной ночи. Это тебе спокойной ночи, кому-то еще день начинается. А, ну да, кстати, у вас же утро, елки-палки, скорее всего. Давайте, удачного дня, значит, и приятного аппетита.